Самые масштабные работы по программе комплексного благоустройства в городе Ликино-Дулево сейчас проводятся на улице Ленина. Фактически здесь ремонтируют не один двор, а сразу шесть. Это был какой запрос? Откуда он поступал? Это было голосование на портале Добродел. Двор выиграл. И после схода жителей мы определены объемы и как бы расстояние, где что хотят жители видеть. Укладывают почти 2000 квадратных метров нового асфальта на проездах внутри двора. И строится более 1,5 квадратов парковочного пространства с установкой более 0,5 километра бортового камня. Руслан Заголовацкий особое внимание уделил люкам на проезжей части дворов, чтобы они не стали проблемой для автомобилистов. Их поднимут на уровень уложенного асфальта. В ходе рабочей поездки глава округа также проверил и ход проводимых работ по капитальному ремонту домов вдоль федеральной трассы. Внешние изменения фасадов – это не только эстетика, но и утепление с помощью панелей «Термоленд».